Друзья мои, всем привет! Меня зовут Максим Шубин, канал «Это реально интересно». Ребят, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывать, колокольчик нажимайте и пишите комментарии, как вам Shadow Fight Arena. Она вышла, друзья мои, она вышла, и мы можем поиграть. Я, ребят, не знаю, может быть, даже этот ролик забанят, потому что я не отключил музыку в этой игре. Я, ребят, хочу, чтобы вы все прочувствовали, все, что есть в этой игре. Музыку — это очень важно, музыкальное сопровождение игры. Хочу вам порекомендовать Инстаграм с авторскими мясными и рыбными тортиками с бесплатной доставкой по Санкт-Петербургу. Скидка 15% по промокоду YouTube на всю продукцию. Морс в подарок. Ссылка в описании. Заходи и подписывайся. Здесь вот такой вот саундтрек, так сказать, это меню. Хочу, чтобы вы все прочувствовали, все увидели. Графика сразу скажу. Во, Наки, офигенная графика, офигенная. Ну что, давайте откроем сундук ученика. Я уже прошел некоторое обучение. Я, кстати, еще не сражался в онлайне с чуваками, не знаю, как там будет. Но посмотрим, ребят. Держите кулачки, ставьте лайки, ребят, ставьте лайки. Давайте хотя бы, если мы наберем 100 лайков под этим роликом, то я сделаю новый ролик по этой игре. Давайте, ребят, хотя бы 100 лайков, ребят. Лайки ставим, комментарии пишем. Так, ну и что? Давайте, короче, это как бы я с ИИ сражался. То есть можно сражаться с искусственным интеллектом, а можно сражаться с реальными игроками. Это рейтинговый. Ну, ребят, попробуем найти. Так, повышение уровня героя. Ваш герой готов к улучшению. Хотите сделать сейчас? Конечно же повысить. Вы что? Конечно же хочу повысить. Так, 150 монеток на это нужно. Повышаем уровень линга на третий уровень. У нас повышается. Прекрасно, друзья мои. Мы рады и счастливы. Додзе. Бонус за вход. Кстати, вот я буду, наверное, эту больше игру сравнивать не с Shadow Fight 3, потому что я довольно мало в нее играл, а Shadow Fight 2, то есть по уровню графики. Черт возьми, как можно вообще сравнить Shadow Fight Arena и Shadow Fight 2? Спросите вы меня. Можно, ребят, можно. Ну что, поехали. Рейтинговый. Время поиска. Я, ребят, не знаю, насколько быстро вообще можно найти игрока в онлайне. Так что, ребят, держим кулачки, скрещиваем пальцы, ведь это помогает. Судя по всему, я кого-то нашел. Майк Колорадо. Ух ты, Майк из Колорадо. Я, пожалуй, выберу этого чувака. Мне кажется, он прикольный. Я за него поиграл, он прикольный. Короче, погнали. У него вот этот чувак. Это Линк, по-моему. Если я, ребят, не ошибаюсь. Пишите в комментариях, играли ли вы уже в Shadow Fight Arena. И что вам больше нравится, Shadow Fight 3 или Shadow Fight Arena? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно узнать. Воу, what the fuckation? Короче, это реально, чуваки, это прям, йоу. Здесь, наверное, какие-то жесткие пацаны играют. Я-то вообще лайтовый игрок максимально. Ой, я что-то прям зажимаю то, что не нужно зажимать. Ой-ой-ой. Ой, ёшеньки-ёй. Давай. Это было хорошо. Это было тоже хорошо. Это было шикарно, друзья мои, есть первая победа, ребята. Ну, в смысле, не победа еще, это, так сказать, победа в первом раунде. Ну, то есть, первого персонажа мы завалили, теперь будет у него другой персонаж, у меня по-прежнему этот. Ох, ребята. Подождите. Подождите, в смысле, я проиграл-то? Подождите, что, я реально проиграл? Ребята. Да, я проиграл. А я обрадовался, что... Подождите, это как вообще? Подожди. Я в смысле, я слева. Я что-то вообще не понимаю, где я? Что за хрень происходит? Я слева, типа, получается, да? Да, я слева. А на этом моменте у меня вылетела игра. Друзья, странное дело, у меня почему-то вылетела игра. И мне пришлось перезапустить. Сейчас будет новый бой. Мы, кстати, уже нашли. Мы уже нашли соперника. Ребят, не знаю, почему вылетела игра. Возможно, потому что я играю на эмуляторе. Возможно, не знаю. А может быть, это баги просто игры. Напишите в комментариях, у вас вылетала Shadow Fight Arena или нет. Очень интересно и важно это узнать. Ё-моё. Что делает этот чувак? Я тоже так умею, бро. Братишка. Сейчас мы тебя будем чпокать. А все незагорелые, как говорится, места. Это было хорошо. Это было приятно. Это было чертовски приятно. Это было чертовски офигенски невероятно шик.
Я, кстати, даже не понял, что там я то ли выиграл того чувака в одном раунде, то ли нет. Я вот реально не понял. Вроде бы я проиграл, потому что я выбирал персонажа. Потому что ты, если выигрываешь, то ты вроде как не выбираешь персонажа в следующем раунде. То есть такая система здесь. Раунд второй, ребят. Второй раунд. Все, погнали, выпили эликсирчика, как Астерикс и Обеликс тоже не выпирают всякого эликсирчика. Возможно, кстати, оттуда эту фишечку они стырили. Ух. Ой, хорошо, как, а? Я прям кайфую от этих жестких ударов. Прям что-то есть такое в этом звериное. Ах, прям кайф. Это было хорошо. Ой, матерь божья, это было просто шикарно, ребят. Я, оказывается, не самый хреновый игрок. Как вам такое? Воу. Я думал, я просто сейчас всем буду проигрывать, в смысле. Но пока не так, ребят, происходит. Пока я тащу. Удивительно. Ну, возможно, как бы это самые-самые лайтовые пацаны нам попались. Это самый низкий, как бы, рейтинга, так что да. Но вроде как мы только еще начинаем игру, и в принципе игра еще только что вышла. Хотя, возможно, там всякие бета-тесты, вот эти все самые жесткие чуваки, они как раз там и оказались, скорее всего. То есть уже не в конце, так сказать, списка, а уже на вершине. Все, возможно, друзья мои, не исключаю эту вероятность. Господи, я просто его уничтожаю. Чувак, тебе просто хана, чувак, просто. Тебе больно. Мне тоже, кстати. Че это? Это он меня сейчас? Это я его сейчас, ребят. Я одним персонажем всех его троих просто... И все. И Greatable Motherfucker. Ну что ж, было, кстати, неплохо. Было чертовски приятно выиграть в мире Shadow Fight, скажем так, вообще в целом. Давненько я не катал, давненько я не выигрывал. Тем более такой эмоциональный бой, ребят, я впервые такие эмоции за долгое время испытал именно в этой игре, потому что, ну, как-то вот уже поприелась та же Shadow Fight 2. Shadow Fight 3, ну, она, в принципе, моим зрителям, моим подписчикам, и мне лично, наверное, не особо-то зашла. А вот Shadow Fight Arena, не знаю, ребят. Пока прикольно. А прикольно почему? Потому что я кайфанул от боя, потому что я выиграл, ребят. Надеюсь, вы хотя бы лайк за это поставите. Ребят, просто поставьте лайк. Ну, как бы вам не сложно, это совсем бесплатно. А мне будет помогать... Как мотивация, мощнейшая мотивация дальше делать ролики, а также в продвижении будет способствовать. А это дополнительная мотивация, типа, блин, классно, ролик набрал просмотры, круто, дальше буду снимать, блин, буду вас больше и чаще радовать контентом, так сказать. Так что, ребята, ставьте лайк, пожалуйста. И делитесь этим роликом со своими друзьями. Пусть они тоже заценят, пусть они тоже посмотрят, пусть они тоже оценят, напишут коммент там, захейтят или залайкают. Не знаю, ну главное, чтобы хоть какая-то реакция была. Рубины. Ну что, рубины хорошо. Кстати, ребят, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы был какой-нибудь конкурс на рубин. Я попробую договориться с Неки, не знаю, получится, не получится. Но в любом случае, если вам это интересно, я постараюсь договориться с ними и устроить какой-нибудь классный, мощный конкурс на кристалл, ребят. Пишите об этом в комментариях тоже. Ну что, давайте-ка попробуем еще один бой сыграть. Не знаю, может быть, сейчас тоже вылетит у нас игра, а может быть и нет. Тут уже как нам повезет. У нас уже 230 кубков. Я не знаю, можно назвать кубками? Да, короче, буду называть их кубками. Вот, и это уже не самое дно, так сказать. Это уже чуть-чуть повыше дно, так сказать, дно с горочкой. Да, дно с горочкой. Ну что ж, я выбираю Линга, потому что Линг был очень хорош в прошлом, так сказать, бою. И мы хорошо себя провели. Инго... Короче, чуваки какие-то все не русские. Я вот Максим Шубин, все по красоте, как бы. Come on, погнали. Come on, guys. Я попробую с этой штуки начать. А, не получилось, ладно. О, мазафака! О, мазафака! Ой, ёшки-матрёшки. Это было очень неприятненько, друзья мои. Ну, я попробую все-таки что-то сейчас сделать. Да, давайте хотя бы попробуем парочку ударов ему таких вот провести. Да, вот красивые удары, они получаются. Зачем-то что-то менять, когда есть что-то получается, правильно? У чувака что-то шибко много всякой тут этой энергии, какой-то там теневой или теневой, я не знаю, но это прям да. Так, что? Все? Минус, да, я слева. Кстати, я то был справа, то слева, я что-то уже начинаю путаться. Пожалуйста, Неки, пусть я всегда буду слева. Потому что это, ну, порой не круто. Ну, не круто, правда. Ну, типа, пусть для отображения у себя я буду слева. У него пусть, как бы, окей, там, где нужно, скажем так.
Бум. Это было не очень хорошо. Не получилось, не фартануло. Фарту, фарту, пожалуйста, мне фартить нужно. Так, вот давай, давай вот эту. Это было неплохо, кстати. Бум, это просто... Ой, я промазал. Ой, хорошо сейчас, как я прям... Ой, хорошо, ребят, прям кайфую. Я не знаю почему, но я кайфую от этой игры просто. Не знаю, мне нравится, ребята, мне получается. Когда получается у человека, это ему начинает нравиться. И, в принципе, я с предвкушением подходил к этому, к этому ролику, к этой записи. Я с предвкушением, я с ощущением, что да, это, возможно, что-то мое, что-то мне, вот, что может мне очень понравиться. Короче, погнали. Файтушка. О, мазафака какая ты. Ну, слушай, я, получается, эту штуку-то я про это самое, про сиронил немножко. О, какой шустрый, шустрый, бодрый пацанчик. А он неплох, но я не лох или лох. Пишите об этом в комментариях. чертовски рад, ребята. Это потому что реальный чувак, это мощь. Это мощь, ребята, я не знаю. Я что-то прям рад, так прям... Ой, ребята, как много, вернее, как мало нужно человеку для счастья. На самом деле, очень мало нужно. Просто, ну, чтобы вот именно эта вот песчинка в мире, не знаю, пустыни счастья оказалась твоей. А? Как сказал мудрец Максим. Короче, мне вот заходит. Пока мне все заходит, ребят. Наверное, потому что, опять же, я выиграю. Если я буду проигрывать, буду... проигрывать, я не знаю, у меня когда-то самоцензура пошла. Вот, но не без этого. Я, наверное, буду не так кайфовать от этой игры, но пока что мне, ребят, нравится. Надеюсь, вам тоже нравится. Я не буду делать этот ролик длинным, потому что это какой-то больше обзор, наверное, на эту игру. Давайте еще посмотрим. Ну, такой обзор на показушный геймплей, на мочковый ударно. Короче, классный ролик. Ставим лайки, пишем комментарий. Короче, что здесь? Есть, понятное дело, что другие персонажи. Вот, кстати, Маркус, это из Shadow Fight 3, я точно помню. Киба вроде тоже был в Shadow Fight 3. Ну, вроде здесь как бы плюс-минус все персонажи из Shadow Fight 3. Так что, ребят, в общем, открываем новых персонажей. Также можно здесь сдавать и другие команды. То есть, например, у тебя есть Спартак, у тебя может быть также ЦСКА, может быть еще также Челси там. Вот, то есть, как бы, три команды, может быть, это круто на самом-то деле, то есть, какая-то команда, может быть, тебе сейчас нравится, там, условно, ты за, теперь за эту команду, она в Лиге Чемпионов другая, в Лиге Европы там тащит, третья, не знаю, там, просто классные пацаны, хочется кайфовать от вашей игры, но вы зачастую проигрываете, поэтому не тащите, там, в Лиге Чемпионов, я не знаю, там подобное. Так, арена 2, ребят, вот, то есть можно посмотреть, опять же, здесь есть вот эта система повышения, система рангов каких-то, ну, здесь на самом деле можно очень-очень далеко прокачиваться, то есть здесь даже нет смысла все это дело пролистывать, потому что это долго, в общем. А здесь, ну что, здесь вот опять же можно получить, я так понимаю, другого персонажа, судя по всему, если мы повысимся до 3 уровня, скорее всего, я подозреваю. Бонус за вход. То есть, также, если вы будете регулярно заходить в игру, то вам будет вот бонусы всякие. Это круто на самом деле. Я рад, что есть вот такая приятная система. Это как бы классная система. Но опять же, чтобы не забывать в игру заходить, да. Что здесь еще интересного есть? Понятно, здесь есть вся донатная история. Куда же без этого? То есть, опять же, вы можете просто смотреть рекламу, и вам будут какие-то бонусные карты зачисляться. А также есть какие-то акции периодически будут. Ну, на самом деле, хватает акций, да. Вот наши, соответственно, персонажи, то есть вы можно их как бы прокачать, ну как прокачать, купить их карты, и, соответственно, можно потом их прокачать, да. А можно вот кибы купить за 50 кристаллов, я могу уже купить ее. Сундук героя, понятно, где есть сундуки, также, ребят, возможно, мы будем открывать на каких-нибудь, может быть, стримах эти сундуки. И, ребят, если вы хотите, то пишите, будем открывать, опять же, как бы у меня сейчас не слишком много кристаллов, но
связи. Мифический сундук 2550, возможно, там что-то есть интересное, так что, ребят, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы вот на этом канале Максим Шубин открыл, то есть я, мифический сундук или сундук чемпиона, сундук героя. Также, понятное дело, что можно золото купить за кристаллы. Опять же, донатная история — это рубины, то есть здесь можно прям... А почему в гривнах, кстати? Я не знаю, почему в гривнах. Странно, кстати, я в России вообще-то сейчас живу. Ну да ладно. Я там, короче, видел, ну, где рубли у нас были, что там было, по-моему, 10 тысяч рублей. То есть 10 тысяч рублей, как бы, заносить в игру мобильную, это прям жестко. Возможно, это в настройках у меня, типа, поставлено, я не знаю, там, язык. Но язык у меня, как бы, русский, то есть, да. Опять же, все тут, как бы, включено. Кстати, почему-то авто, хотя я ставил там ультра настройки графики, но окей. Ребят, надеюсь, вам понравился такой обзор на геймплейный ролик. Надеюсь, он получился достаточно веселым, крутым. Ставим лайки, подписываемся на канал, друзьям рассказываем, колокольчик нажимаем. Ну и можете также меня финансово поддержать по ссылке в описании. С вами был Максим Шубин, всем удачи, всем пока. До скорой встречи, ребят, до скорой встречи. Уже жду с нетерпением новый ролик, надеюсь, и вы тоже.